Если вы хотите поиграть в World of Warcraft уже сейчас и совершенно бесплатно, добро пожаловать на лучший сервер Сирус. Ссылка в описании. Талтис, Налаки, Гэдвин, Валуней, шаг вперед. Я горжусь тем, что сегодня я рядом с вами и счастлив, что вы сумели воплотить в себе все качества Тира. Порядок, жертвенность, справедливость и сострадание. Как капитан стражей Тира, я принимаю вас в наши ряды. Пусть свет озаряет наш путь. За Тира! За Тира! Если вы не понимаете, что происходит, то вот вам краткий экскурс. На протяжении всего дополнения Dragonflight мы возрождали давно погибшего хранителя Тира. И вот остался последний шаг — вернуть диск с его памятью. Вот только диск этот находится в прошлом, а именно в цитадели Ночи из прошлого. Вместе с восстановленным Орденом Стражей Тира мы проходим сквозь временной разлом и сражаемся с самой Элисандой. А дальше просто смотрите. Портал в Цитадель Ночи готов. Я расположила его в безопасном месте. Будьте осторожны. Это не наша временная линия. И если Элисанда успела добыть знания из диска, она станет угрозой для всех. Так, хорошо. Эта задача самая важная из всех. Мы отправляемся в Цитадель Ночи и заберем оттуда диск. Вперед! Кто последний, тот тролль. Да лучше тролль, чем огр вроде тебя. Вы можете хоть к чему-то серьезно отнестись? Нас ведет свет. За Тира. Валуней, что ты делаешь? Элисанда, прошу. Этот диск нужен, чтобы вернуть память нашего друга Тира. Его разум хранит нужные мне секреты. Я знаю, ты желаешь блага своему народу. Но миру снова нужен Тир с его доблестью и состраданием. Хорошо. Я узнала все, что нужно. Отделю временной поток и спасу Сурамар. Диск ваш. Все правильно, Валуней. Она помогала своим, а мы на нее напали. Вы все герои. Наша задача выполнена. А теперь займемся будущим стражей Тира. Вернемся же с диском, герой. Полагаю, Тир долго его ждал. Ну так что? Он что? Стража, Наздорму. С возвращением, старый друг. Как долго я проспал? Очень долго, Тир. Слишком долго. Ты не изменилась, Алекстраза. И ты, Наздорму. А что с другими аспектами? Время не всех пощадило, но на место павших аспектов пришли новые. Значит, вам без меня было тяжело, поэтому вы меня вернули. Сначала поэтому, да. Но сейчас, когда ты с нами, тут царит эпоха мира и дружбы. Если бы не наши новые товарищи, капитан Травар и стражи Тира, мы бы потеряли тебя навсегда. Мы, стражи Тира, веками следовали твоему примеру. Почтем за честь, если ты навестишь нас в нашем штабе. Идем, Тир.
Нам многое нужно тебе рассказать. Мир, куда я вернулся, совсем не похож на тот, который был. Коронос. Целые империи рождались и умирали. Древних богов больше нет. Драконьи острова пропали и появились. Старые друзья погибли. Некоторые бесславной смертью. А те, кто остался, справляются и без меня. Даже аспекты вернули себе силы без моей помощи. Без помощи титанов. В этом мы с тобой похожи, Хранитель Тир. Мы были созданы служить. И я тоже выполнил свой долг. Но этот новый мир огромен и удивителен. Быть может, надо просто наблюдать и помогать, когда в том есть нужда. Мне нужно подумать.